А ракушки порезал я руки, но кругом не души. Только рыбы немые за мною, тихо плавают в бездне морской. Только раки внизу норы роют, помашу я им синей рукой. А где-то мне подругу морскую, а чтобы с нею купаться в ночи. Доброе утро. Доброе утро. Все живы-здоровы, потерь нету. И вам тоже здоровья. Доброе утро, все живы-здоровы. Доброе утро всем. Пока да. Ну и слава Богу. Не дождутся. Ну я смотрю, у вас утро прям сильно доброе. Мясо доброе, да? Да. Вас снимает скрытая камера. Да, кто при немцах жил, тот и сейчас живет. Дрон не летает, а сам пришел. Ага, летал, сэрок, не упадет. Да. Мне этот раз посчастливилось, и МЧСовцы мне отдали съемки все. МЧСовцы? Да. Они спали там, я купался, они спят. Не, это, Жор. Что снимали открытие, все у меня. Сейчас кто-нибудь проснется, поедет. Ну, как вам объяснить? У меня это на странице все и в Ютубе. Нас найти очень просто. В Ютубе забиваете Саламбача. Выскакивает сотня роликов. Угу. Половина из них моя. Угу. Увидите. Я в камеру скажу. На страничку. Саламбача. С добрым утром, ребята. Так, ваше мнение. Большой привет. Ваше мнение о 10-м юбилейном слете. Замечательный слет. Я считаю, что такие встречи надо проводить. Вот именно проводить. Ветеранские встречи дают нам жизнь, дают нам какую-то вот изюминку, которая действительно дает движение, двигаться к чему-то вперед. Поэтому я считаю, что ветеранам надо встречаться, общаться надо. Надо говорить друг другу все то, что мы где-то что-то не договариваем. А когда мы встречаемся здесь, мы с друг другом можем поговорить о том, о чем лишние уши не могут не слышать. Спасибо. И вам спасибо. Советский Союз, 8-я дорожка. Вот Советский Союз. Вы, наверное, вчера видели, девчата с Татарстана привезли национальные костюмы. Мы немножко представляли. Ну вот с набережных Челнов, кстати, Боря приезжал, гитарист был такой. У него еще грыжа такая, по-моему, с правой стороны. С правой или с левой стороны, не помню. Он выступал на сцене вот 3 года назад и до этого еще приезжал. Выступал хорошие песни. Сам он композитор, сам певец. В смысле, исполняет свои песни. А в этом году не было? Нет. Говорят, что и в том году его не было. Ну, Сватка, кстати, выступал. Свата вместе выступал. На сцене. Они вместе. Я с ним всю ночь просидел, он мне показывал стихи свои. Я читал сам стихи эти. Ну, кстати, у нас жизненные стихи. Андрей Топлер, прочитай. Он тоже стихи сам пишет. У него уже на добрый сборник. Он может стихи прочитать. Наш собственный поэт Харовского погранотряда. Ну, здесь очень много самородков. Тут вот вон женщина в Олимпийке, сейчас за дерево она стала. Вот, синий, да. Это медичка с Кабульского инфекционного госпиталя, ага. Наталья Цехалевская. Она, будучи там, написала стихи. Угу. Она читала вчера со сцены их и услышала недавно песню на эти стихи. И когда обратилась к исполнителю, он довольно-таки молодой, откуда у вас эти стихи? Он ответил ей, что это мой папа, служа в Афганистане, приехал в отпуск, пел песню.
И он сказал, что он взял в госпитале эти стихи и положил на музыку и поет ее. Папа, к сожалению, после отпуска погиб, светлая ему память. Его сын, как бы в память, постоянно поет. И когда она ему сказала, что это мои стихи, он очень обрадовался, что наконец-таки нашелся автор. У них эта переписка, она мне показывала. Я у нее был в гостях в Екатеринбурге. Брал интервью. Вот могу прочитать погромче, пожалуйста, своих стихотворений, которые, наверное, затрагивают тему всех наших афганцев, не только афганцев, а вообще ребят. Стихотворение называется «Письмо». Письмо, письмо, казалось, просто лист бумаги, летящий через много верст. А сколько чувств, надежд, тревоги в себе оно несет. Проделав путь не близкий, встречаешь ты его с бортом. И с замиранием сердца ждешь, когда же сядет он. И получив письмо, ты счастлив в этот день и забываешь обо всем. Читая письма, погружаешься в унисон. А если весточка от девушки, цветешь ты на корню и перечитываешь строчки, на память зная все. Письмо, письмо, свое ты роль сыграла, вдали от родины в горах. Как много душ ребят согрело в стране, где правит всем Аллах. Вот такое небольшое стихотворение. Ну, мы, конечно, бывшие солдаты, знаем, что такое слово «письмо». При нас не было интернета и того подобное, и да, письмо несло в себе очень ценную информацию. Представьтесь, пожалуйста. Андрей Токарев, Харовский погранотряд, 1-й НДПЗ, сам служил в погранных войсках, был минометчиком. 87-89 призов. Спасибо. И вам спасибо. Снимите, пожалуйста, вот так, чтобы с нами наш. Граница на замке. Да, всегда было. Не только граница, все. Все, всем доброе утро. С вашим... Давай, дорогой, мы выпьем за тебя. Гуляем, граница, гуляем. Дозорной тропой. Гуляй, брат, гуляй. Письма, где я жду мой любимый родной. Уж давно звук тревоги не слышен. Пронеслись, пролетели года. А все же нет пограничника бывших. Я в душе погранец навсегда. И вот опять на мне зеленая фуражка. И знают этот день друзья и вся родня. Сегодня я как будто не гражданский. День пограничника. Салам, бача. Это как мак. И это все ты не забыл.